И всем привет, у меня Александр Навасов, сегодня я играю в редактор Far Cry 5, уничтожение домов номер один. Это такая часть, где будет уничтожение дома. У нас аванпост, освободите аванпост. Снаряжение у нас только есть автомат ARC. И мы можем выбрать только штурм, как всегда, мы уже знаем. Сверните видосик, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а я начинаю. Начинаем. Так. Вот он такой автомат. Так, аванпост. Все, понятно. Так. Это наш чел. Окей, нам дали чела какого-то. Ого. Они меня плохо знают. Не знаю, что делается там. Твою мать, меня запалили. А! Даже так выйти нельзя, да ладно. Как играть тогда? Один. А, сигнализация. Чел, ну прикрой. Идиот. Давай, вылези. Ладно. Давайте по другой тактике. Если там стоят вот эти вот фигни сигнализации, значит, надо нам отключить любыми способами сигнализацию. Давайте. Я сейчас попробую кое-что сделать. Да, я дострелю. Раз, раз. Два. Не отключилось. Все. Сигнализация отключена. Все, хорошо. А то сигналка будет работать, будет неинтересно. Так, побежали сюда. Тут можно бегать? Хорошо. А, здесь уже нельзя бегать. Да ладно. Надо здесь бегать осторожно. Так. Давайте зайдем сюда. Тогда. Тихо. Патронов мало у меня. Так, ну он пока что, наверное, прикроет, не? Как ты думаешь? Так, надо челу помочь, я думаю. Твою мать. Чёрт. Тихо. Я прикрою. Зачем прикрывал? Со мной его завалили сейчас. Нет, его не завалили, смотрите. А, нет, все, завалили его. Давайте еще раз попробуем. Так, сюда. О, привет, рад встрече. Что там? Так. Что за хитрый? Так, все. Сигнализация отключена. Я всегда ее отключаю. Блин, слишком далеко от чего. У меня все перезапустится все это. Так. Бежим здесь, как мы только что бежали. Как раз враг. Как раз как-то поможем своему другу. Пистолет. Пистолет дали, прикольно. Тихо. Как зайти-то сюда? Я дверь сломал. Да ладно. Так, сигнализация не работает. Твою мать, меня валит. Стоит. Он меня заметил. Чё? Не надо. Тише, 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 тише. Патроны еще есть. Опять меня завалили из-за него, я не знаю, что делать. Так, окей, давайте еще раз. То есть пистолета у нас нету. И пистолет надо подобрать. Ладно, хорошо. Побежали. Отключаем. Раз. Отключаем.
Не, отключил, все нормально, хорошо. Бежим, 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 бежим. Твою мать, прикрой меня, чел! Так. Тихо. Не прекращать огонь, пока... Меня сейчас завалит просто жестко здесь. Еще одного. Тихо. Побегаем здесь. Еще один. Валил я его. Троны есть. Никто же не видел, что я сюда сбежал. Так, эту фигня я сломал. Нахрен тебе. Тихо. А, ты свой, ладно. Что делать? А, нет, их еще трое осталось. Ладно. И что делать? Давай. И что будем делать? Я прикрываю ту сторону. Ты прикрывай, что хочешь. Я прикрыл. Тихо. Так. Уничтожим вашу церковь! Так. И что делать? Тихо. Что за хрень? Так. Прекращай! А он что не стреляет? А, ну типа он не знает где. Хорошо. Так, у нас остался один. Давайте убьем. Все. Убили. Вот и все. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Задача выполнена, аванпост освобожден. Тревога не было тревоги. В общем, вот и все. Мы прошли эту часть. Если вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну, всем удачи и всем пока.